Здорово, любители баскетбола. Сегодня будем забивать трехочковый. Нет, не будем играть сегодня в баскетбол. Сегодня будем исследовать заброшенный завод, на который нас привел нейрочип, который мы достали из головы покойника. И почему-то мы на этот завод прилетели с территории пацанов. Ну, это было не совсем понятно, почему это произошло. Зачем мы шли к каким-то пацанам, что-то там какую-то вышку вырубали для того, чтобы прилетел вертолет, который по факту не вертолет, а самолет. Может быть, я что-то упустил? Может быть, по сюжету. Какой-то диалог прошлепал. Это кто такие вообще? Я к этим парням не сунусь. А вот ты похож на того, кто может надрать им задницу. А ты нет у тебя вон эти руки золотые. Йоу! Как дела, мужик? Йоу. Ищешь новые прибамбасы? Могу предложить кое-что стоящее. Запас карман не тянет. Что у тебя есть? Парень, у нас тут есть кое-что, пока не разобрали. Можешь полюбоваться. Давай, показывай. Обновление программы для транквилизаторной винтовки. Давай. Отличная возьмем. Мысль. Держи, парень. Что-нибудь еще? Мне бы не помешала информация. Я могу тебе кое-что рассказать. Что ты хочешь узнать? Парни, вы ничего подозрительного тут не видели? Подозрительное не то слово. То туда, то сюда ездят так, всевозможные дропы. Фургоны. Они гоняют их круглые сутки. Они это кто? Ну, это сложно. На самом деле, все всегда по-разному. Федералы раньше скупали землю у текстильных предприятий. Месяц назад прекратили. Тогда в наших краях и началась движуха. Что-то по-настоящему... Как ты это сказал? Подозрительное. Точно, подозрительное. Началось что-то по-настоящему подозрительное. Эти вояки забрались на фабрику и замутили там какую-то крупную операцию. Они застрелили моего брата за то, что он открыл там магазин. Покойся с миром, большой Ризли. Да, печально. Эти спецназовцы еще в окрестностях? Да, конечно. У них патруль во дворе, снайперы на крыше. В общем, все упаковано. Я видел, тут шныряли правительственные фургоны. Похоже, они собираются перенести движуху в другое место и снова пустить сюда федералов. Спасибо. Отлично. Что-нибудь еще? Мне пока ничего не нужно. Спасибо за предложение. Всего хорошего, парень. Удачи. И береги себя. Какие-то тут дропы, короче, прошли. Да не, пока. Такс, ну что ж. Ничего себе. Заныкали тут. О чем я, блин, опять забываю? Путаюсь в раскладке. У меня один доступен, да? Ну давайте, наверное, его на стелс мы закинем. А нахрен он нужен? Нет, тут он не нужен на стелсе.
Тяжелых предметов перемещения. Кстати, вот, наверное, возьмем его. Или бесшумный бег и ходьбу. Стоимость активации нет. Наверное, на ходьбу бесшумную возьмем. Так, вижу, что можно... А вот на прыжок, да, я не прокачал как раз. Никакой коробки, да, нету тут. Ну ладно. Скрыты. Мендерли должен был держать морг на замке, но кто-то добрался до тела раньше нас. Можно быстро перестроиться и выследить этого кретина. Уже слишком поздно. Нужно подчищать хвосты. Но как же голландец? Подчистить все, Барретт. Здорово, мы вроде. Как дела? Я позвоню. Малик, выметайся немедленно, живо! Почему? Что происходит? Они здесь. Наемники, которые убили Меган и ее команду. Твою мать! Пора работать. Норм, отгул наконец получил. Рад за тебя. Кредиты. Блин, что-то их тут много, пацанов. Кошка ходит, орёт. Такс. Приказ есть приказ. Кроме того, нам в любом случае придется. Мы ждем только подтверждения насчет Йоха. Просто не верится, что он тут. 3 месяца внедрения к этим психам из чистоты что-то накрывается в последний момент. Вернее, кто-то. Возможно, тот самый парень, который успел в морг раньше. Добраться до этого урода. Ты видел лицо командира, как он развернулся? Что-то подсказывает мне, что ни одного тебе не получится. Какой хитрый, а?
Поворачивается. Ты просто всех не устранишь. Так. Не стесняйся, заползай. Ничего нету. Ну, чтоб не перепроходить, сохраняйся. И диалог, чтобы не слушать еще раз. Отлично. Никто не видит? Думаю, здесь тоже никто не заметит. Так, хорошо. Стоять. Так, только не смотри в эту сторону. Револьверные патроны, которые мне нафиг не нужны. А там их двое, кстати. Опа, у меня тут еще один пошел куда-то. Ну, в принципе, вот это сейчас подрезать. Поистине дал. Не получится подрезать, там чувак стоит. Надо его подрезать. Стоит и смотрит. На самом деле можно, наверное, просто с винтовки стрельнуть. Только я не знаю, там он на обзоре, не на обзоре стоит. Непонятно.
Блин. Так, карман-секретарь, Рэмси будет другом, выручи, сходи и глянь, не медитирует ли Джонсон там у ликвидационных капсул опять. У него иногда крыша совсем едет, я ему столько раз говорил, что это хотя... Кис, ты что там делаешь? Кошка буянит. Я ему столько раз говорил это, что хотя... Я ему столько раз говорил, что хотя это место и новое, но не значит, что гробики там на западе без дела стояли. Дрянь какая. Не понял. Глаза горят, смотрит на меня. Медитирует. Так, а где еще один? Где-то ходит, бродит. Блин, вот улучшил радар. А стало только хуже. Теперь вообще ничего не видно. Блять. Кошка? Алёш, с ума сходишь? Так, один момент. Такс. Блять. Ну давай, энергия, ёпте за ногу.
Это, конечно, прикол, блин. Ударить, чтобы надо энергию накопить. Может, что, в туалет сходить тоже надо энергию накопить? Блять, вот заебись, он увидел. Здесь находиться запрещено. Блять. Что ж, заново давайте. Все из-за вонючей, блядь, энергии. Надо было батончик там съесть и вырубить его быстренько. А не сидеть, ждать. Там как раз чувак был отвернут в этот момент. Я дождался его. Здрасте. Далеко мы тебя не потащим, просто здесь бросим. Все равно тут никто не ходит. Курение вредит вашему здоровью. Здесь тоже вроде никто не ходит. Текс. Блять, там никого не было. Эй, если здесь кто-то есть, лучше сразу выходи. Похоже, опять за призраками гоняют. Может и нет. Блять, 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 блять. Тут может спалить чувак, да. Чувак, ты куда попёрся? Куда он попёрся? Он же не ходил по такому маршруту. Или это типа... Когда АИ замечает, что солдаты пропадают, и кто-то начинает типа патруль проводить. Я думал, он будет по своему маршруту ходить.
А нахрена я их убиваю всех? Ну, точнее, вырубаю. Понятно. Надо это сделать еще быстрее. Будь здоров. Хреново, что нету, когда вырубаешь, зажать кнопку и сразу взять. Не знаю, где-то в Дизонорде было. То есть противника взять с собой. Утащить на руках, так сказать. Сохранимся, на когда убьем вот этого чувака. Так. Где мой табматончик? Подожди, а ты чё, типа не это? Транквилизаторы, они только действуют на людей, что ли? Или ему надо конкретно в голову попасть, потому что у него спина металлическая. Давайте я, наверное, съем. Все.
Там что-то есть, надо патроны, походу. А тебя еще спрячем. На всякий. Так, чисто. Да я вижу, что автосохранение. Бляха-муха. Что за лаги с кнопками? Ай. Нахрена я их беру, не знаю, может продать денег. Можно будет. Слушай, как же боссов смешон. А ты как думал? Вся полиция города не смогла сберечь одного покойника. Тот, кто стырил этот нейронный узел, может получить доступ к куче информации. Да, похоже, хакера-то хакнули. Будем надеяться, что пуля разнесла большую часть электроники. Иначе у нас тут будет вторая операция. Красная. Бля, ну сейчас теперь не понять с этим радаром, где кто. Вот такое ощущение, что он близко. На самом деле он в помещении находится. Там снайпер, кстати. Я когда спрыгну, я шума много издам, интересно. Успел. Здорово. Кого высматривал? Ну-ка тебя оттащим, наверное. Чуть-чуть. К
Куда я сюда? Есть вентиляция. Вентиляция ведет вниз. Что у нас там? Здрасте. Можно было как-то наверх подняться. Понятно. Можно было все это дело повернуть сверху. Сразу выйти к снайперу. Сколько у вас тут лестниц? Кстати, я удачно. Неплохо так обошел. У меня же нет никаких побочных заданий. Ричард, дай мне шарифа, у нас тут есть проблемка. Прелестно. Адам, слушаю тебя. Фабрика, ну с которой шел сигнал хакера, помнишь? Здесь повсюду печать Фема. Похоже, это какой-то концентрационный лагерь. Фема? Быть не может. Половина наших контрактов на государственном уровне. Точно. Но здесь солдаты, которые на нас напали, и, судя по всему, у них есть доступ к весьма внушительному снаряжению. Мне нужно сделать пару звонков. А ты пока выясни, кто отдает приказы, и сообщи мне. И никто не заметил, что едет лифт. А в нем сидит чувак на картах. Или здесь типа стекло это одностороннее. То есть я могу видеть, что происходит, а они типа нет. Да? Так, моя сыночка. Был за приказ собирать вещи и валить. Так, мне нужны ноги. Я хотел ноги прокачать. Что за усилитель рефлексов? А. Так, сразу нам дали прыжок на 3 метра, отлично. Еще бесшумный хочу взять.
собираюсь ждать, пока кто-нибудь подгонит нам погрузчик. Смотри, я нашел способ лучше. Зачем их тащить, если они могут идти сами? Понятно. И почему же он никуда не идет? Погоди, погоди. Какая-то из этих кнопочек. Нет, тебе показалось. Эй, если здесь кто-то есть, лучше сразу выходи. Похоже, опять за призраками гоняешься. Только время тратим. Согласен. Интересно, робот меня спалит? Думаю, что да. Как бы. Что это такое? Ракеты, ракетница. Интересно. Призраками. Вот один из них. Каспер, добрый призрак. Робота можно расхреначить базу, это ракетница, да, я так понимаю. А давайте возьмем, сделаем сейф, возьмем ракетницу и попробуем его жахнуть. Просто интересно. Так, для этого надо будет, наверное, все повыкидывать нахрен. Бросить.
Где-то была здесь дырка была, да? Ну бывает. Первое прямое попадание. Тихо, да. Тихо. Никаких прямых попаданий нету. Блин, да мне не с чем драться, чтобы выходить. Понятно. Ну проверил, две ракеты хватает. Что за ЛЦУ? Лазерное центрирующее устройство? Такс. Когда там робокоп уходит, мы проходим. Ну ты стопудово не дойдешь, да, где-то вот здесь остановишься, будешь стоять. Угу. А теперь давай разворачивайся. Что за помещение? Рейтинг безопасности 3. Это что у нас? Ну что ж. Сейчас будем взламывать. Попытаемся, по крайней мере. Сорок 45%.
Понятно, обнаружил здесь. Ладно. Ну, допустим, она сейчас выключена вообще, да? Все правильно понимаю? Она меня не записывает. Ну да. Это что такое? Это не ракета, вот это ракета, это что такое? Вот это что такое? Это ЭМИ? Мне это нахрен не надо, на самом деле. Бессмысленные взломы. Так. Что тут коробками перекрыли мне? Там прохода вроде бы нет. Да выйди ты, господи! Я тебя вижу. А давайте взломаем все-таки. Так, я хочу просто посмотреть, есть ли смысл эту штуку взламывать. Попробуй, доберись. Конечно, конечно. Вот и попался. Вперед! Access granted. Ой, блин, это не прицел. Минус один. У них... А что, стекло ломается? А, не, меня убьют сейчас. Это что было? Это ты так бросил ими гранату, да? Так, ну мне патронов на самом деле не хватит их всех убивать. Открой ротик. Открой ротик. Да, это не граната.
Надо этого чувака убрать, который меня спалил. Потом ломать терминал. Я и забыл, что во время терминала, ну, во время взлома терминалов тебя могут спалить. Мне интересно, этот или тот? На самом деле их наверху всего два. Там еще один выполз. Давай, отворачивайся уже, господи. Меня сейчас камера увидит, по всей видимости. Нет? Иди сюда. Не застревай, бляха. Опа. И все. Теперь мы почитаем. Так, прошу обратить внимание, что после недавних проблем с безопасностью в Лэнксинге подразделение Nordcom, расположенное в секторе 46, получает право командовать всеми операциями ФЕМ в штатах Мичиган и Пенсильвания. Всем транспортным средствам и средствам следственным группам требуется допуск из штаба объединения группировки. Все прочие командные сектора остаются без изменений. Пожалуйста, постарайтесь предоставить ваши рапорты оперативного анализа как можно быстрее. Согласно пункту 7 раздела 2 дополнительного акта национальной безопасности от... Это я тоже читаю, то, что сейчас я нашел? Походу. 2012 года Департамент национальной готовности издает постановление об экстренной эвакуации станции ФЕМА МИЧ 355 СОС-7. Весь строительный и обслуживающий персонал должен освободить здание до момента зеленого сигнала. Так будет объявлено, что возвращение на станцию безопасно. Пожалуйста, не оставляйте никаких личных вещей на территории. Нарушение данного указа повлечет за собой жесткие дисциплинарные меры. Аналогично будет наказано обслуживание ситуации без соответствующего разрешения. Помните, болтун – находка для шпиона.
Просьба обратить внимание, что с сего момента все новые заключенные, прибывающие в Мичиганский комплекс, должны быть направлены в медицинский блок для операции по установке чипов слежения ДО. До того, как отправляется в тюремный блок, заключенные ни в коем случае не должны информироваться о причине перевода. Внимание, лазерные кандалы снимать не раньше, чем задержанный будет помещен в камеру. ДО. Зачем выделили ДО? Так, что ж... Куда мне двигаться-то? Мне туда двигаться. Вот там еще чувак выпал, смотрите-ка. Так, давайте-ка мы тебя еще оттащим. Не застревай, братишка. Какой-нибудь за коробки стоит. Здрасте. Что у вас тут нового? Опа. Карманный секретарь. Принято. ДМ. Все по плану. Я и Мезер будем тут единственными представителями ФЕМА. Но если что пойдет не так, тебе будет нужно удаленно стереть все мои рабочие станции при помощи этих кодов. Опа. Пароль ХМЛД СЕК 1. Так, Марк, для подготовки к прибытию наших общих друзей прошу тебя в обязательном порядке принести все материалы кодов оранжевый и красный, а также категорически... А также категории совершенно секретно на внешний жесткий диск и удалить данные со своего компьютера не позднее полночи субботы. Может, мы и вынуждены передать им комплекс, но нет ни малейшей причины оставить под угрозу правительственные секреты США. Второй раз за полгода, что за? Черт, забудь про это. Размести их конференц-зале, возьми станцию... DTVKS-0666, убедись, что она полностью изолирована от внутренней сети. И, разумеется, снеси жесткий диск, как только они уйдут. Также, думаю, нужно будет установить единый логин и пароль для всех компьютеров систем безопасности. Не то чтобы я жаловался, но, полагаю, им потребуется временная рабочая станция. В прошлый раз потребовалось. Единый логин и пароль. Предлагайте, что везде, на всех компах будет такой пароль. Или нет? Как-то регистрация нажатия кнопок хреново работает. Я вроде бы нажимаю. Ты вообще не двигаешься, да? Нет, ты двигаешься. А почему я тебя не вижу? Очень странно. Вот так вот работают будущие технологии, господи. Хотите получить там систему для отслеживания перемещений и т.д. ну, так далее, тому прочее. Купите аугментацию. Но она может неправильно работать, как бы. Никто вам не обещает, что он будет нормально работать, нормально функционировать. Какой уровень? Третий? Я ж червя взял, вроде бы, нет? Обнаружение 65.
Мне далеко прыгать, кстати. Я там, походу, не успею. Ломануть. Угу, привет, я вот что-то пропустил эту штуку. Там заложники, что ли, у меня? Можно попробовать, но я не уверен. Правильно понимаю, останавливаю программу на 5 секунд. Свидание. Так, хорошо. Согласно пункту 7 раздела дополнительный акт национальной безопасности, это мы считали, да? Мизер, слушай, я тебе рассказал все, что знаю. Понятия не имею, зачем здесь этот спецназ, и даже спрашивать не буду. Приказ пришел с самого верха, как и в прошлый раз. Думаю, тут замешаны какие-то шишки. Так что, может, ты и прав, нашему отделу уже давно кто-то что-то нашептывает на ухо. Я бы не стал на твоем месте задавать лишние вопросы. Набери терпение, рано или поздно уйдут, и комплекс вернется нам. Да, вот нет, походу. Блин, чувак там стоит. С одной стороны, возможность сохранения в любой момент игры, это очень приятно. С другой стороны, это заставляет постоянно тебя сохраняться. После каждого действия. Так, куда он ушел? О, пирожочек, пирожочек, не смотри сюда. Там, на территории. Вечно прятаться не... Хорошо, что сохранился. Так, загрузка, да? На территории. Да тут много было, вроде меньше было.
Окей. Так или иначе придется идти, да, сюда. Дженсен, наблюдается активность на отслеживаемой частоте. Думаю, наши парни могут пытаться свалить. Да, у меня тоже такое чувство. Пока не ясно, кто всем заправляет. Они используют какой-то код. Но я могу сказать, что тот, кто отдает приказы, на уровень ниже тебя. Отличная работа, Причард. Я его найду. Хорошо. Смысл взламывать ради одной, блин, камеры, которую я уже прошел. А чё, гипокси не могу взять? Так, ну-ка, ну-ка. Что за патроны? Лазерная система прицеливания. Патроны к пистолету пили пулемет. У меня такого нету. Это что за винтовка? Бросить. Кредиты. Здрасте. Слушай, это не твоя вина. Никто не мог предугадать, как далеко человек может зайти, чтобы гарантировать Элайн и своих подчиненных. Главное, что никто из них не умер. А потому у нас все еще есть шанс на все изменить. Если бы там был другой, любой другой хирург, а не ты, то я сомневаюсь, что мы могли бы так сказать. А бейсбол? Ну, бывает. Так, а здесь кто эти гражданские, что ли? О, нихера, там рили гражданские, походу.
А, на самом деле, сделать надо тут нехрен. Какие-то гражданские, в общем. Что-то чую сейчас заварушку. Nope. Там какой-то гражданский есть. Сюда попасть. Ни хера нету, да? Так, смотрите-ка, у нас тут завелся герой. Должно быть, это он завалил нам операцию в морге. Избавься от него, Барретт. О, с превеликим удовольствием. Погодите-ка. Так у меня патронов нету. В чем прикол? Ну, а как мне его убить тогда? Скажите, пожалуйста. Я же по стелсу прохожу. У меня пистолет и все, и транквилизаторная винтовка.
что за приколы? Как мне его убить? У меня ни винтовки, ни хрена нету, ни гранат нормальных. Только сраный пистолет и сколько? 33 патрона. Это несерьезно. Че, можно спрятаться куда-нибудь? Блять, да ты поменяй, господи. Хе-хе-хе! Блядь, ебучая игра. Что там тут не из лучших, как бы. Сколько ему надо бездамажить? Можно тебя как-нибудь убрать? Плохо выглядишь, медленно. Это само собой понятно, потому что у меня патронов нету. Я убью тебя медленно. Блядь, иди нахрен. Ну и все, да. Когда я тебя найду, ты узнаешь, я убью тебя медленно. Блять. Да встань ты, ёб тебя за ногу. Можно меня убить быстро? Согласен.
Что-то я бросил не то, походу. Что мне делать? У меня 0 патронов. Что мне, блядь, делать нахуй в этот момент игры? На бочке его подманивать? Это что, не Director's Cut? Я хрен знает, как убить, блядь, первого босса? Вроде со всеми можно было договориться. Пойти сбегать и ракетницу взять. Далеко бежать. Сейчас просто пробежимся, посмотрим, что там есть. Транквилизаторами его, наверное, вряд ли возьмут они. Тем более, если это были снайперские, я хрен вообще прицелюсь. Здесь оружие у вас? Облом. Ну, не знаю. Охренеть, блядь. Еще и два узла, да?
Стопудово найдут. Я же сказал. Access granted. Так, вполне очевидно, что мы недовольны. Ба-ба-ба-ба-ба, ничего интересного, срочно. Ничего интересного. Просто думаю, может быть, есть возможность типа выяснить пароль для отключения этого бугая. Потому что я знаю, что в первом Deus Ex финального или какого там босса, вроде бы финального, можно не убивать, а просто назвать пароль, и он самоуничтожится. Здорово. Черт, ну и дыра тут. Вентиляции должно быть полным-полно крыс. Эй, ты еще кто такой? Спокойно, парни. У меня приказ выметаться, но сначала заберу барахло. Ага, сейчас. Чтобы пройти в казармы, нужен код. Назови его, тогда я, может быть, пропущу тебя. Да. Какой пароль, приятель? 7984. А теперь отвалите, пока я из вас котлету не сделал. Хорошо. Только прибери там за собой, прежде чем уходить. Это казарма. Интересно. Ну что ж, я на сегодня предлагаю закончить наше прохождение. Потому что надо идти, блядь, добыть, наверное, ракетницу. То херли вообще ничего нету, блин. Пистолет вонючий и транквилизаторная винтовка. Что я с этим буду делать? Ничего. Да, там есть пистолет-пулеметы. Ну или там автоматы, не знаю, как они называются правильно. Но увидели, что патронов на них особо-то и немного. То есть вообще бессмысленно. Бегать бочки взрывать. Тоже такое себе занятие, у меня выдыхается он, блин, через 5 секунд. А аугментации я не хочу никакие импланты себе вставлять. Типа на здоровье или на что-нибудь, да? На стабилизатор. Стабилизатор при ТСС был бы получше бы. Кожный панцирь было бы неплохо, конечно же. Прокачать вот это вот. Ну, блин... Усилители рефлексов. Так, ну можно бронебойную систему воткнуть. Увеличение емкости магазина. Ну, допустим.
Сделали имбовый пистолет на 13 патронов. Толку от этого? Надо винтовку искать где-нибудь. Ладно, мы тогда сегодня, что ж, у нас полтора часа примерно стрима закончим, потому что я хрен знаю, что там делать, я не хочу сейчас пригорать в первом часу ночи. Поэтому, что ж, на сегодня все. Я не знаю, как убить этого босса. Наверное, надо будет сходить забрать у кого-нибудь из солдат винтовочку. Попробовать. Или найти дополнительный патрон для пистолета, хрен вообще знает. Тоже хотелось бы и аптечек побольше. Даже не знаю. Ладно, спасибо за внимание. В общем, увидимся и пока.